Христос воскресе! В третье воскресенье после Пасхи Христовой Святая Церковь торжественно празднует День Святых Жен Мироносиц. Для нас это особый праздник, потому что нижний предел храма Рождества Христова митрополитом Екатеринодарским и Кубанским владыкой Исидором был освящен в честь святых жен Мироносиц. Жены Мироносиц – это те самые женщины, которые служили Господу имением своим, своим трудом, своим вниманием, своей заботой. Они не убоялись и самой смерти. И рано утро после субботы, в воскресный день, пришли ко гробу своего учителя, чтобы помазать тело Иисуса Христа благодатным миром. Почему и называется Мироносиц? Поздравляя и современных женщин, христианок, наших прихожан, всех любящих Иисуса Христа воскресшего и трудящихся, молящихся Ему, заботящихся о ближних своих, хочется поздравить с этим замечательным праздником святых православных женщин. Это не 8 марта, это праздник верующего, верного женского сердца, всецело преданного своему Божественному Учителю, воскресшему Христу. Хотелось бы в этот день пожелать всем нашим женщинам, матерям, сестрам, дочерям радости о воскресшем Христе. Ведь именно эти слова они услышали первыми. Ранним воскресным утром жены мироносицы спешат ко гробу, чтобы помазать тело своего Божественного Учителя благоухающим миром. И находят, что гроб отверст, камень отвален, и ангел возвестил им: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите». Праздник святых жен Мироносиц в нижнем пределе нашего храма будет отслужен водосвятный молебен. Затем божественная литургия, которая совершится в верхнем пределе храма Рождества Христова, по завершении которой воспитанники русской православной школы приготовили для современных жен Мироносиц, наших прихожанок, замечательный детский концерт. А после на территории храма можно будет угоститься чаем, печеньем, блинами и принять участие еще в одном духовном поздравлении, которое приготовили для вас коллектив «Благовест» и Максим Павлов, который приехал из Москвы для того, чтобы поздравить прихожанок нашего храма с нашим престольным праздником. Дорогие братья и сестры, и особенно наши мироносицы, приглашаем вас 16 мая в наш храм на престольный праздник. В завершении хотелось бы пожелать всем вам мира, здоровья, любви и человеческого счастья. Пусть Господь поможет вам пронести свой крест до конца, а претерпевший до конца спасется. А мы будем молиться за вас, будем просить Бога, чтобы Господь укрепил вас на этом пути служения Богу, Церкви, своей семье, своим родным и близким и нашему дорогому Отечеству. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Святые жены мироносицы, молите Бога о нас! Yeah.